Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». Павлюченкова и Касаткина продолжают побеждать в Цинциннати. Хоккейная «Лада» начала предсезонный турнир с поражения. Самарские велогонщики взяли весь пьедестал в Твери. В Твери состоялся чемпионат России по велоспорту шоссе в гонке «Критериум». У мужчин весь пьедестал почета заняли спортсмены Самарской области. В гонке стартовали 26 гонщиков, которым предстояло преодолеть дистанцию в 54 километра. Первую тройку финишировавших составили волжане Кирилл Зюкин, Александр Жданов и Дмитрий Самохвалов. Стартовый матч Кубка Республики Башкортостан стал для «Лады» в этом межсезонье первым, в который ей противостоял клуб КХЛ «Нефтехимик». В стартовом периоде забили нижнекамцы, шайба в активе Николая Аркалова. На 28-й минуте Денис Зернов сравнял счет, хорошо сыграв на чужом пятаке. Судьи момента взятия ворот не заметили, но видеопросмотр показал, что шайба после броска нападающего пересекла линию ворот 1-1. В середине второго периода «Лада» после двух удалений осталась втроем против пятерки нижнекамцев. Олег Пеганович и Роман Горбаренко забросили две шайбы в ворота Александра Лазушина. 3-1 в пользу «Нефтехимика». До окончания основного времени счет не изменился. Свой второй матч турнира «Лада» проведет против «Адмирала» из Владивостока. Уроженки Самарской области Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова успешно стартовали со своими партнершами в парном разряде турнира в Цинциннати. Автозаводчанка Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова переиграли украинку Надю Киченок и австралийку Анастасию Родионову 7-6, 0-6, 10-8. Встреча продлилась 1 час 29 минут. Касаткина и Гаврилова один раз взяли подачу соперницы и допустили 5 двойных ошибок. Киченок и Родионова сделали один эйс, 4 брейка, трижды ошибались при подаче. Во втором раунде соревнований Дарьи сыграют либо с Эшли Барти и Кейси Делякова из Австралии, либо с американками Алексой Глэч и Кэтрин Макнолли. Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова и француженка Кристина Младенович также вышли в 1/8 финала парного турнира, обыграв чешский дуэт в составе Катержины Синяковой и Люси Градецкой. 7-6, 7-5. Встреча продлилась 1 час 37 минут. Анастасия и Кристина сделали 3 эйса и 2 брейка. 5 раз ошибались на подаче. Люси и Катержина один раз взяли подачу соперниц, выполнили 4 подачи на вылет и допустили 5 двойных ошибок. Во втором раунде соревнований Павлюченкова и Младенович сыграют с румынкой Моникой Никулеску и Сесу Вэй из Тайваня. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!